Саддукеи податься решил фарисей, умыкнул кое-что из верхушек. Поп-сектант и попался, и ереси сеет, позабыл про спасение и душу. Как угодно ту ересь теперь назови, легион их в реестре гиенском, там до пана Вероны корени одни. В безразмерном аду всем не тесно. По-другому и быть не могло на Руси, если Библию прятали, вредно считали. Не хотели овец на страницах пасти, и теперь в новых храмах лишь падаль. Слепотой и проказой страдает народ. Обольстителей ждут, не дождутся. Все проглотят, что походя сунут им в рот, будь хоть трижды отравлена дустом. Только церковь, Господень ковчег и корабль даст уверенность правильно жизнь переплыть. Православные знают, в том суть и мораль. Манну будешь кушать, а не желчь и полынь. Устоять нелегко, только кто не престил, не увлек, что у них прикровенно Христос. Чудеса и знамения от демонских сил, дьявол вылезет там во весь рост. Где-то рядом антихрист, а это предтечи, извращая Писание, яростно лгут, что и ада, мол, нет, и мучения не вечны, и за кафедры пляшет гороховый шут. Саддукеям не нужно 11 книг, 7 вселенских соборов и 9 поместных. В бесновании лопочет и слышится хрип, забывает с лукавыми вместе. Лицемером не терпит святой Иегова, отнимают остатки малюсенькой веры. Бритый в галстуке, в дерзость закован, сам себя порешил и для Бога потерян. 20 июля 2006 года.